Весной под воду может уйти треть районов Алтайского края. Сегодня в правительстве региона прошло первое в этом году селекторное совещание, посвященное подготовке к предстоящему паводку. Еще накануне заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко рассказал журналистам, что этой весной от половодья может пострадать около 20 алтайских районов. А сегодня во время селектора с главами территории, которые находятся в зоне риска, был дан старт подготовки к возможному ЧС. До руководителей администрации районов довели план действий в случае наводнения. Среди первоочередных задач – прогноз ситуации и своевременное оповещение населения. Отметим, паводок 2018 года назвали самым разрушительным за последние 35 лет. Он затронул 128 населенных пунктов края, общий ущерб составил 1 миллиард рублей.